Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы посмотрим с вами игру, которая называется Obelixis Tower Defense. Это у нас Tower Defense жанр. Давайте смотреть. Игра у нас от студии Atomic Fabric. Но, блин, тут даже интересно посмотреть. Так, нажмите Е и чего? Нажмите Е, чтобы поставить обелиск. Ну, типа вот сюда надо его поставить, да? И что дальше-то? Надо типа отойти, обелиск чего будет? Долбить вот этих чуваков? Нажмите, чтобы взять обелиск. Ну, о, вот, смотрите. То есть я обелиск ставлю и... А, мне надо вот так вот бегать. И обелиск будет, то есть, долбить вот этих вот уродцев, да? А, ну давайте, ловите меня, ловите, ловите, ловите. Прикольно. Так, все, я победил. Отлично. Ой-ой-ой. Ой, тут всякие монстры. Так, монетку. Кто? А, мне надо вот сюда, видимо, поставить. Так, я могу эти монетки? Да, я могу эти монетки собирать, прикиньте. Ай, блин, вот, а вот этот вот засранец, короче, летает и жрет мои монетки. Какого хрена? Это мои монетки, чувак. А я не могу стрелять. О, апдейты есть, Сири. Ой, блин. Нифига. Да пошел ты. Это мои монетки. Блин, вот засранец. Смотрите, монетки ближе к нему, и поэтому я не успеваю. Ага, ага, некоторые я успею. Блин, говнюк такой. Дай мои монетки. Хватит жрать мои монетки. Это мои монетки. Так, а мы что-то можем тут прокачать. Ай, блин. Я пока с этими монетками справлялся, за мной смерть прилетела. О, блин. Так, ну, по-хорошему, лучше далеко не уходить от обелиска. Надо хотя бы со смертью этой разобраться, она меня прям долбит. Еще одна смерть прилетела, да? Ё-моё, тут божьи коровки. Опа, я схватил монетку, опа, я схватил монетку. О, черт, черт, хватаем обелиск. Вот теперь нам куда надо. Так, что-то нам нужно сделать. Нам надо вот сюда обелиск теперь поставить. Так, во... А, смотрите, эти чувачки. Я прокачиваю, и они мне помогают. Ништяк. То есть вот эти монстрики мне помогают. Так. Монетки, монетки, монетки. Мне бы успевать собирать все монетки. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, это все круто, но что-то... Так, собаки там явно сейчас сдохнут. Так, я проиграл. Не собаки сдохнут, а я сдох из-за того, что у меня собаки сверху пробежали. Так, ну давайте, наверное, в самом начале поставим, чтобы энергичнее долбилось. Так, отдай мои монетки, блин. Мне нужно 10 монеток типа собрать, да? Чтобы прокачаться. Все, нифига, ничего тебе не буду отдавать. Да блин. Так, прокачиваемся. Ай, блин, моя монетка. Нифига, я первый, я первый. Затащу монетку стоять. Моя монетка. Ай, блин. Так. Да что ты будешь делать-то, гаденыши? А эти чуваки красные за меня, что ли, собирают? Не пойму. Нет, нифига, они не за меня собирают. Так, меня еще тут смерть долбит. Я тут что-то на монетке вообще отвлекся, а у меня тут смерть. А, мне надо 15 монеток собрать, чтобы прокачаться. Так, во. А, меч. Так, я какой-то меч типа собрал. Что мне этот меч дает, я хрен его знает. Явно я им махать не могу. Почему-то, к сожалению, не могу. Так, стоять моя монета. Опа. Опа, успел. Так, сверху, сверху. Ой, ой, блин, там собаки идут. Надо обелиск ставить. Обелиск ставить. Вот сюда ставим. Так, и собираем монетки. Стоять моим... Да блин, тварь ты маленькая. Отдай мою монетку. И, блин, еще 3 мне надо. Так, так, и... Я успею, я успею, я успею. Есть. Эть, как я промахнулся-то? Как я промахнулся? Так, есть. Вот это выберем. Не знаю, что я выбрал. Так, мне надо сейчас быстренько с собаками разобраться.
Ой, а, я быстрее бегать что-то начал. Смотрите, прям офигеть, как быстро начал бегать. А, теперь я могу типа монетки собирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, стоять. Обелиск, блин. Ой, я лоханулся с этими монетками опять. Да едить твой налево. Я, короче, чуть не сдох из-за того, что у меня снизу-то товарищи пошли, а я этого не заметил. Блин, меня еще долбит там, это смерть. Да, отдай, моя монетка. Где еще монетки? Ой-ой-ой, блин, сюда опасно идти. Так, из... так, что еще выберем? Опа. Так. А, давайте-ка, наверное, быстрее. Быстрее, снизу дохните. Мне же надо схватить обелиск. Ай-яй-яй, есть. Успел. Ух, успел. Успел я схватить. Блин, это только третья волна. Вы прикалываетесь, что ли? Третья волна из пяти. Ай, блин, не успел. Зато вот сюда успею. Есть. Все, блин, нет, туда я точно не побегу. Блин, у меня жизни так мало осталось. У меня очень мало жизни осталось. Мне потому что везде долбят. За мной эти привидения гоняются. Отвалите от меня. Так, тут где-то сейчас монетка появится. О, схватил. Схватил. Блин, 30 монет надо. Серьезно? Тридцатник? Ай, блин. Так, бежим, 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 бежим. Опа, я успел. Так, еще две монетки надо схватить. Так, и что можем прокачать? Обелиск можем прокачать. Блин, я даже не знаю. Давайте обелиск прокачаем. Второй обелиск есть. Ой, блин. Офигеть. Тут, оказывается, снизу у меня уже прут вовсю. И, ну, короче, тут... А, я проиграл. Нет, слушайте, это очень жестко. Тут выиграть прям очень тяжело. Тут надо прям монетки собирать. Потому что если ты монетки не успеваешь собирать, короче, ты начинаешь проигрывать. Отдай мои монетки. Это все мои монетки. Все мои монетки. Все они мне нужны. Так, что нам нужно? А, обелиск второй. Сразу ставим сюда. А, так, да блин, засранец. Опа, эть, промахнулся. Так, мой. А, моя монетка, моя монетка. Мой, блин. Ай, говнюк-то, а. Мои монетки, не смей брать-то. Так, ну короче, я... А, как у меня этот, вот тут-то пропёр этот чел. Как он у меня пропёр? Серьезно? Типа, а если все, один прошел, я проиграл? Да, охренеть, слушайте, ну это как-то беспонтово. Так, тогда ставим вот сюда. И давайте монетки все собирать быстренько сейчас, чтобы у нас второй был обелиск. Как, блин, так вышло-то? Так, быстренько собираем все монетки. Нам нужно 10 их, да? Так, меня уже начинает смерть потихонечку долбить. А, так, второй обелиск тогда. Бежим и ставим вот сюда. Все. Погнали собирать остальные монетки. Ая. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Главное, чтобы вот эти упыри не проходили, блин. Так. Блин, тут еще привидений, смотрите, сколько начало летать. Они меня долбят прям очень капитально. Так, 15, да? А, блин, мне становится немножечко напряжно бегать от этих товарищей. Так, пауэрап. А, во, я скорость себе собрал. Скорость это хорошо. То есть я быстрее могу прокачиваться. Ай, блин. Так, так, ой. Стоять, моя, успел. Успел. Так, где, 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 где? Опа, успел. Ай, блин. О, не успел. Или успел, хрен, тут поймешь. Тут еще надо следить, где эта монетка гребаная может появиться. Ай, блин, тут еще кроме меня куча этих засранцев охотится за моими монетками. Так,
Еще чувачка прокачиваю. Мне бы жизни прокачать, на самом деле-то. Ага. Так. Короче, все очень плохо. Успеют они всех собак замочить. Где все? Блин, но тут, слушайте, я не знаю, я ударять-то не могу. Я не могу вот этих чуваков бить. Блин, ну как-то сложно. Реально сложно. Давайте обелиск ставить. Вот сюда, нам говорят, его надо поставить. Окей. Давайте сюда тогда ставить. Все. Будем... Да отдай ты мои монетки. Все. Сейчас я тебе покажу. Так, что нам нужно прокачивать? Может, с самого начала надо прокачиваться? Мы что-то в прошлый раз, по-моему, даже больше смогли пройти, чем сейчас. Потому что мы все вроде по порядку начали прокачивать. Второй обелиск-то нам, по сути, не так, наверное, нужен сильно. Так, отвали, монетка моя. Так, бегу теперь. Ай, блин. Аккуратненько надо пробегать, потому что пытаются все меня тут мочкануть. Так, опа, моя монетка. Да, да что ж вы засранцы-то? Все, короче, за этими монетками бегут. И что самое интересное, если бы мой чувак умел бить, было бы очень хорошо. А бить он не умеет. Так. Да блин, меня все тут мочат. Меня все мочат. Я еще эти гребаные монетки при этом должен успевать собирать. Какой-то кошмар. Такие они говнюки, вы посмотрите. Так, что я могу прокачать? Вот что-то я прокачал. Хрен его знает, что я прокачал. Без понятия. А, подождите, этот чувак собирает. Этот... Вот эта вот фигня, это моя. Она собирает нормально монетки. Так, а чё я опять лоханулся с обелиском? Мне надо его сюда ставить. Так, давайте собак мочите. Эта фигня, оказывается, моя. И она очень быстро начинает бежать. Так, так, второй обелиск нужен. Второй обелиск нужен, обязательно вот сюда его пихаем. Так, давай, чё? Ну, да ладно ты, ну серьезно, ну как так-то? Почему проходит? Блин, я не успеваю, просто не успеваю. Все, я понял. Мне за этим чуваком бегать не обязательно. То есть он с одной стороны может собирать монетки, я с другой. Все, сейчас мы разберемся. Пусть он с той стороны тогда собирает, а я с этой буду. Так будет намного быстрее. Все, 10 монеток. Увеличиваем, ну, скорость. Он начинает прям носиться. Мы с этой стороны дежурим. Все, ты сюда не беги. Собирай с той стороны. Во, отлично, красавец вообще прям летает. Так как надо. И собирает все монетки. Да, походу так и нужно было прокачиваться. Смотрите, намного быстрее действует. Так, так, я даже не знаю, блин, что тут. Какая-то защита от атаки. Ну, давайте с самого начала все прокачивать. Так, нам надо бы от этих чуваков бегать. Может быть, вот сюда их подвести, чтобы их немножечко подолбило. Наша фигня. Не? Ну, идите сюда. Во, во, смерть немножечко у нас получила. По шарам. Так, мы берем вот эту штуку, теперь ставим вот сюда, потому что там собаки уже бегут. Так, жуков бы еще хорошо сюда подогнать. Ага, так. Ну давайте вот такую фигню поставим. А я не знаю, эти жуки меня походу бьют. Они меня явно не защищают. Блин, обелиск-то мы второй не купили. Лоханулись. За мной тут уже целая толпень. Так, давайте, главное, собак замочите. Главное, замочите собак. Все. А, я могу с собой этот обелиск таскать, прикиньте. Вот так вот. Вместе с ним. Все, ставлю тут обелиск. Да как ты не... Да как ты его пропустил-то, мочи? Фух.
Так, чувачок мой собирает вообще там. У меня тут паника вообще. У меня тут паника. Блин, как я прошел до третьей волны, хрен его знает. Второй обелиск мне нужен. Второй обелиск мне нужен. Так, а что мне обелиск-то не долбит? Ай, блин, черт, меня убили. Это какой-то кошмар. Слушайте, ну это реально сложная игра. Сложная. Тут надо, блин, за всем следить. Я даже не знаю, может быть, стоит геймпад подключать. Я сейчас играю на клавиатуре, но геймпады вроде частично поддерживаются. Может, на геймпадах будет немножечко проще. Ну, тут главное разобраться. Вот, смотрите, мы первым делом прокачиваем этого чувака, чтобы он у нас быстрее летал, собирал монетки. Когда мы набираем нужное количество монеток, у нас появляется следующая прокачка, которая нам дает разные какие-то штуки. Так, ну мы вот сюда встанем, чтобы нас по привидению тоже немножечко долбило. Так, привидение получают. Так, обелиск пока рано. Это что? Лечение героя, серьезно. Так, ладно, давайте, наверное, вот так пока прокачиваем. Пока у нас нормально, мы пока с одним обелиском Ай, блин, что-то я задумался, и смерть ко мне подлетела, и такая тусуется рядом со мной. Так, смертушечки, давайте получите немножечко. Идите сюда. Вот, вот, так. Смертушечки у нас потихонечку получают, а я хватаю обелиск и даю дюру. Ставлю вот сюда. Так, отличненько. Так, дальше прокачка. Во, подлечились. Ништяк. Только нам, конечно, лучше надо было обелиск брать. Второй обелиск, потому что сейчас снизу побегут. Снизу побегут товарищи. Уже побежали. Пипец. Тут у нас собака пробежала. Так, отвалите. Так, во-первых, тут гоблина мочим. Так, теперь надо вон тут собак. Блин, а сколько им тут надо? Им до хрена надо. Так, собака, дохни. Быстрее, собака, дохни. Да твою... тварь. Не успел. Пипец. Пипец, просто не получается. Я 5 волн даже не могу пройти. Так, ладно, все. Сейчас, короче, делаем по-другому. Два обелиска делаем. Сейчас сначала первым делом прокачиваем нашего чувака, чтобы он очень быстренько летал. Вторым делом мы покупаем второй обелиск, чтобы было проще. Потом, так, прокачиваем чувака. Все, он начинает летать вовсю. А, смотрите, серьезно? Я могу атаковать вот этим чуваком? Есть, смотрите, у меня маленький пузыречек есть, который атакует этих гаденышей. Давай. Я, короче, могу кликать. Офигеть. Вот так я могу кликать, и он, короче, атакует. Так, дальше что нам нужно? Второй обелиск. Сразу бежим, ставим. Вот сюда. Дай его куда-нибудь. Ай, блин, задели меня. Все-таки задели. Так. Чувак, давай, помогай. Помогай, долби. Долби всех, кого можешь. Маленький слаймик у меня. Все, отлично. У меня уже там... блин, тут посмотрите, какое количество смертей, блин, за мной гоняется. Еще попробуй от них тут увернись. Что-то такое ощущение, что их с каждым разом все больше и больше. Так, собаки. Ай, собаки что-то очень хреново убиваются. Где прокачка-то, блин, гребаная? Прокачка обелиска. Так, бежим обелиск второй ставить вот сюда. Ух, так. Сейчас мы попробуем успеть. Что-то прям очень хреново у нас обелиски работают. Очень хреново. Так, давайте хотя бы вот сюда успеем поставить. Ну, стреляют? Есть, стреляют вроде. Вроде успевают. Нет, блин, а почему у нас такие обелиски левые стали? Очень хреновые. Слушайте, как я до третьей волны дошел? Я что-то не одупляю вообще. Что-то не то происходит. Последний раз пробуем, не знаю. Слушайте, ну прикольная игрушка, но очень достаточно сложная.
Вот этим бы чуваком как бы научиться управлять. Им, конечно, можно вот так вот натравливать на... Так, смерть, иди сюда, тут немножечко потусуйся, у обелиска получи. Зарядик свой получила. Так, ты давай, чувачок, атакуй. О, отлично, он атакует. Слушайте, он полезный отчасти-то. Так, дальше что? Бусти Грейслейм атак. Ладно, пусть это будет. Короче, слайм мой сильнее может, типа, атаковать, да? Я не знаю, есть ли от этого смысл, но кого-то он атакует. Если, конечно, он может догнать. Видите, что происходит? Так, ну-ка, попробуй смерть долбануть. Давай, долбани смерть. О, нормально. А еще можешь. Так. Да давай, смерть долби. Есть. Ой-ой-ой, у меня там сверху уже бегут, а я... Так. Ставим. Получится? Успевает? Нифига не успевает наша фигня. Долбить. Ну-ка, собак добивайте. Слайм. Слайм может добивать собак. Прикиньте, реально может добивать, только у него сил не хватает. Сколько же ему надо долбить-то, чтобы сейчас... Блин, у меня еще снизу уже идут. Нет, слушайте, я даже не понимаю, как у меня первый раз получилось дойти до третьей волны. Тут какая-то жесть вообще. Ну, игра сделана прикольно. Давайте даже, блин, я ради интереса еще хочу один уровень. Прям, я не знаю, азарт какой-то наступает. Прикольно. С одной стороны, очень сложно, а с другой, блин, хочется все быстрее и быстрее. Что-то делать, успеть. Ну, ни хрена, что-то не получается. Давай, чувачок мой, лети, помогай. Так, блин, я не знаю. Так, быстро. Вот слаймом бы вот этим нашим уметь пользоваться, чтобы он прям очень быстро все делал, да, было бы прикольно. А то он особо нам не помогает. Он, конечно, долбит разных товарищей, но как-то не особо серьезно. Так, давайте. Чуть-чуть мы уже более-менее нормально прокачались. Так, мне кажется, надо сейчас подымать сначала силу нашего вот этого пьедестала, как он называется-то? Хрен узнает, как его правильно назвать. Короче, чтобы он сильнее долбил. Вот, теперь хватаем быстренько. Несем его вот сюда. Все, ставим. Ждем, пока наш товарищ собирает монетки. Мы ему сейчас будем помогать, чтобы он быстрее это делал. Мы с этой стороны как-то будем пробовать. Опа, так, давай, дружище. Так, слайм, давай, подбивай всех. Опа, хватаем. Так, бежим, теперь вот сюда ставим. Так, теперь нам нужно, мне нужно второй есть. Второй есть, хватаем, бежим, ставим вот сюда. Да серьезно? Какого хрена, где мой слайм? Слайм! И тут я не успеваю. Тут я не успеваю сверху тоже. Ну-ка, есть, тут успел. Ух, тут успел. Ай, блин, и вот надо тут еще поставить. О, пусть тут двое стоит. Ух, слушайте, опасно. Мне бы сейчас подлечиться на самом деле, но хрен бы там. Хрен бы там я успею подлечиться. Мне им... Блин, и снизу уже, и сверху погнали. Так, что мы можем? Блин. Нет, буду лечиться. Тут ничего не поделаешь. Просто ничего уже не поделаешь. Так, все, забираю две эти фиговины. Ставлю один сюда. Сразу забираю второй. И пытаюсь его донести, чтобы их там два стояло. Так, ну... Если получится, третья волна. Ох, слушайте, опасно. Очень опасно. Во-первых, у нас очень много тут смертей за мной носится. Еще жуки какие-то. Сейчас снизу попрет.
Прям очень жестко попрет. 30 монет надо добрать. Все, уже снизу поперли. Собаки, блин, гребаные. Так, давай, слайм. Долби собак. Ой, блин, он вообще еле-еле долбит. Так, и мне нужно сейчас будет, типа, успеть, да? Перенести снизу до собак два этих, чтобы они еще, блин... А, нет. Хотя бы один надо будет успеть. Так, блин, атаки. Что ж делать-то? Так, ладно. Атака сильнее. Так, маленький пьедестал. Ставим сюда. Ну все, у нас тут вариантов-то ни хрена не осталось. Верхний долбит нормально, а вот нижний мы уже все просираем просто по полной. Это пятая волна была, самая жесткая. Ну тут я не знаю как. В общем, вот такая игра прикольная. Попробуйте, ребята, это игрушка стоит достаточно дешево. Каждый может попробовать ее купить в Стиме. Попробуйте, получится ли у вас пройти. У меня что-то не получается, очень все быстро, шустро. Блин, я реально не успеваю. Если кто-то уже играл в нее, отпишите комментарии, как вы смогли далеко пройти или нет. На этом все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, пишите свои комментарии. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.